снимаешь? Не маленький. Миш, а что говорит? Алкоголь ваш? Нет. В парке запрещено распивать. Выливаю тогда? Вперед. Да? Вперед. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лев против». Ссылка находится внизу в описании и первым закрепленным комментарием. Мы там также выкладываем информацию о нашем проекте. Телеграм-канал «Лев против». И ссылку на экране видите. Лев, блядь, ну где, блядь? Ну где, ну где, блядь? Зачем мы здесь будем? Где мы? Я против вас, Панарова. Вы мне можете ответить на вопрос, молодой человек? Да. Зачем вы выливаете? Потому что так правильно. Неправильно. А почему правильно? Яд надо убирать, чтобы люди не травились. Мы травимся, да, но мы не против того, чтобы другие не травились. Я не понял, но что это же наш сказали. Организм. Ну, смотрите. Ваш организм дома. Солнце. В парке нельзя свой организм подожди, травить. Подожди, подожди. У вас есть выбор травить себя или дома. В парке нет этого выбора, запрещено законом. А вы не пьете сами, хотите сказать? Я нет. Он, да ладно. Нет, он ЗОЖ. Не верю. Вы можете верить, можете нет. Можно, пожалуйста? Подождите. Я прошу этого в парке не делать. Ну давайте так. И не орать матом в парке. Хорошо, давайте только мы будем есть пить, то коротко. Что? Аккуратно. Там риск в любом случае всегда есть. Нет, можно пить. Да, я уверен. Насколько? Я знаю, на опыте уже. Ладно. Вижу 7 лет. Ладно, мы давайте же... мы не будем с вами. Сотни я людей буду... мне говорили, я что они пьют культурно, спорить. В итоге с ними происходило, что вы же что меня они напивались. Реально спаливали. Убирай. Убирай алкоголь. А что просто убирай? Ты меня слышишь? Алкоголь убирай в сумку. И не доставай. Убрал. Молодец. Не доставай, пожалуйста. Есть, я сначала не пил, потом, да, я открыл. Вы ну, это не видели. Вы открыли, чтобы пить? Здравствуй, Михаил. Дай мы поговорим. Вообще в парке вы алкоголь не должны открывать, пить. Все. Мы выхлебнули все. Подожди, дай мы незаметно, поговорим. Почему пожалуйста. Пьяный? Подожди, что там происходит? Человек! Что там, Барян, происходит? Нет. Вон там. Кто-то упал или что? Нет. Подожди. Что случилось? А? Они на мечах. Иди сюда! Я сюда! Иди сними, Марян, того чувака, который убежал. Не снимай, у него астматический признак. Точно? Да. А кто на него прыгал? На меня прыгали, мне в нос ударили. Не стоит нормально? Да. Миш, мне в нос ударили. Вы что, надо скорую вызвать? Нет, не надо. Там у нее ингалятор сейчас. Ей пыталась... А, это девочка? Да, ей все пытались ингалятор. Не все в порядке? Да. Тот, с которым... Ренат, может быть человек? Ну, в плане не снимать, здесь люди валяются, падают. Мало ли что происходит. Ты мне так говоришь, можешь не снимать, как будто я знаю, что происходит. Ей реально сейчас помогает. Сначала надо разобраться в ситуации. Алкоголь не доставайте, здесь запрещено распивать. Не трогай меня. Снимай меня. Подарь, блядь, брат! Глаза болят. Не надо орать так. Не надо орать. Пойдем. Здравствуйте. Будьте добры, алкоголь уберите. Ну, ждем. Вы говорите мне сейчас то, что
вы никогда не пили в общественных местах? Вообще не пил никогда. Пришли в камеру, алкоголь уберите, уберем камеру. Вы что, со мной в туалет сходите? Мне посвятить нужно. Ха-ха-ха. Вот это шутка вообще крутая. Убирайте алкоголь. Это гранатовый сок. Это... Алкоголь убирайте. Нет. Вот в руке. Тебе что дает право? Что? Закон. Закон какой? Конституция Российской Федерации. Подтверди. Что подтвердить? Не слышишь, я говорю? Какой закон? Номер. Тебе не пи***и, не пи***и. Убери свою камеру. Ты что, имеешь ты право, меня снимаешь? У тебя пресс-карты нет. Как вы тут такие красавцы, бухаете на спортивных площадках? Мы только что пришли, да, нет, я видел, как вы все закупились бухлом, а как твои подруги шли с горла хлебали. Какой? Конституция! Мы шли с моста! Нету самых сюда! И ты начинаешь а почему ты меня так посылаешь? Я с тобой нормально общаюсь, ты меня посылать начинаешь. Хочу контент. Что у вас все мозги ваши вот такие? Контент. Бля, один контент мозги в голове, да? Вообще, бля, а чем ты зарабатываешь? Я жизнь вообще веду. Причем здесь зарабатываешь? Это жизнь. А ты вот то, что сейчас происходит, тебе, это жизнь. Мне не нравится то, что я ущемление людей в правах идет. То есть, да, из-за геев, допустим. А вы почему ущемляете права людей? А почему кто? Ты можешь услышать, что я говорю? Я пришел на спортивную площадку заниматься спортом. Вы ее оккупировали, бухаете, курите, орете матом. Это не нарушает... Вы что меня не дослушиваете? Где мы бухаем? Вы меня не дослушиваете. Давай, кто бухает? Вы прекрасно знаете, как только я сейчас уйду, здесь половина бухать будет. Ну и что? Что вы меня обманываете? Во-вторых, это ущемление моих прав, ответь. У тебя предвзятый вот это наша общая спортивная площадка. Если бы тебя отсюда выгоняли с кулаками, мне мешают спортом заняться. Про права людей, вы их нарушаете сами. Тогда почему мы нарушаем, если не мы деремся? Нет, нахуй, мы отошли далеко, чтобы никому не мешать. Ты сейчас даже матом вот разговариваешь. Я пришел, нахожусь на спортивной площадке. Ну, это неприятно человеку. А мне неприятно, что ты тут находишься, и чё? А, нифига себе, у вас такие права? Мне нельзя здесь находиться? Да вообще ничего не нравится, и ты тоже мне не нравишься. И Путин мне не нравится. Понятно. Просто а вы нам не нравитесь. Мне не нравится. Не разрешают мне на спортивной площадке находиться. А ты мне не нравишься. Я тебе разрешаю, пожалуйста, занимайся спортом. Ты только что сказала, мне не нравится, что ты здесь находишься. Потому что тебе не нравится, что я тут нахожусь. Мне не нравится. Я сказал, отдыхайте. А мне не нравится, что ты тут находишься. Я рад, что вы здесь молодец. Ты нас выгоняешь. Я хоть раз сказал, валите отсюда. Я сказал, чтобы отдыхать культурно. Я тебе говорю, уходи сам. Вот ты говоришь. Я тебе а говорю. А я не сказал валить отсюда. А ты говорил, то, что ты тебе пришел, не устраивает. Ты нас снимаешь. Это мое отличие от вас. Наше какое право ты имеешь? Да? Пресс-карту покажи. Да. Давай. Нарушаешь. Короче, услышали я разницу? Не хочу. Я не хочу. Против того, чтобы здесь находились. Покажи. А вы меня гоните куда-то. Потому что ты нарушаешь наше личное пространство. Подходишь это личное нам. Пространство? В я общественном не хочу месте? С тобой разговаривать. В общественном месте личное пространство? Вот отойди от меня вот туда. Ты вообще сама ко мне подошла. Вот туда, я вот стоял с человеком, общался, ты я ко мне подошла. Стою, я тут стою, смотри, я вот тут стою. Вы да? В каждом слове такой бред несете. Окей, ты тоже бред несешь. Я понимаю, что скорее всего. Здесь не надо курить. Знаете, детская площадка, отойдите, пожалуйста. Здесь не надо курить. Алло, не оцениваю. Я говорю, мне жалко, что ты даже диалог не можешь вести. Ты пресс-карту покажи, я, с тобой буду разговаривать. Я уже сказал, она мне не нужна. Да что ты, я обычный гражданин. А что ты, блядь, избранный, что ли? Нет, обычный. Обычный? Да, так вот же, СМИ, блядь, имеют пресс-карту. Почему вот ты поливаешь пресс-карту? А при чем здесь СМИ и я? Да при том, что ты кому служишь-то, блядь? Господу Богу. Съебись отсюда, блядь. Господу Богу служу. Съебись отсюда тогда. Нет. Сколько ты заработаешь с этого? Нисколько, блядь. Заработаешь. Да у тебя все, лишь бы заработал, да? Вы только о заработке думаете. Это ты о заработке. А, ты за меня решаешь, о чем я думаю? Это ты за меня такие вы вообще ярые за права. Такие у тебя права офигенные у людей. Покажи, тогда за людей решать. Что такое? Я представляю, что бы было, если бы вы какую-то власть в стране имели. Вы не имеете права. Не имеете права. Вот такие вот люди у нас в стране что-то высказываются зато про других. Конечно. Никто не получит, блядь. Никто не получит за эту хуйню.
Ты не имеешь права на это. А что тут обрезать? Тут полностью выкладывать. Все, бред. Место, вы ничего нормального сказать не можете. Я тебе сказала, уже нормально. А тебе что нормально-то? Я тебе сказала по поводу... Ты ей ни одного замечания даже не сделал. А, это уже... Вам тут плевать, да, на друг друга? Это уже не мое дело, чтобы делать ей замечания. Я не родственник, я и не девушка, я и никто. Не сестра, чтобы делать ей замечания. Ты осознанно оскорбляешь. Да. Что ты бычки бросаешь? Ты ее обидел. Ты кто по жизни? Зачем ты бычки бросаешь? Вот смотри. Ты говоришь, нормально, кто тут курит, кто тут пьет. Вот взяла бычок на спортивной площадке. Вы можете убрать за собой бычок? Где твои манеры? Где твой приличие? Что ты делаешь? Вообще! Вы можете убрать за собой бычок? Кажется, я слышу какие-то голоса. А, понятно. Остроумно. И очень достойно. Достойнее тебя никто. Какие? Где мораль? Где Господь? Бог, блядь? Боже мой, боже мой! Подписчики, блядь, имя себе, да? Да не знаю, бред какой-то несут люди. Если это было случайно, окей. Ты вообще ничего не скажешь? Да все, когда ты за меня говоришь, я не собираюсь вести диалог. У вас все, лишь бы сказать, что я такой-сякой. Своё вы не видите косяки. Хотя бы не орать матом, не бросать бычки здесь, не разбивать бутылки. Как вот сделала данная гражданка. Наматерилась, бычок бросила специально. Показательно. Хорошо. Что вы еще просите? Все, пока ничего. Нет, я тут просто самая адекватная, поэтому у меня просили то, что если что-то произойдет, типа, мы подойдем к тебе, хорошо? Вот. Хорошо, сейчас, спасибо. Спроси, чем Надя, занялись бы? Помогли бы пожилым людям, а не вот это. Ну, зашли бы ко мне на канал, посмотрели, мы как раз помогаем пожилым людям. Я, кстати, мы в аптеках покупаем им лекарства. Пока вы здесь бычки бросаете, мы лекарства покупаем. Ну, у вас все показательно. А вы не показательно бычок бросили? Нет, Надя, да. Надя, она нарывается на все. В этом проблема, я ей очень много раз говорю. Но вы приехали, получается, и она пытается хай поймать на это. Не, ну ты за себя говори. Кто-то ко мне подходит и говорит, что он меняется в лучшую сторону. Вот сейчас бычок, но я так не больше нормально. Ну, я убрал за тобой. Я убрал за тобой, на меня посмотрит в интернете молодежь. Кто-то пример возьмет. Кто-то. Ты вот с кого-то пример взяла, а кто-то с меня возьмет. Ну, конечно. Ты же с кого-то пример взяла? Вот так себя вести. Как? Ну, вот так, типа, я такая вся крутая, бычки бросаю на спортивных площадках. А что ты этим показываешь? Ты вот так взяла специально, в принципе, я бычок кинул в мою сторону. Типа, ты такая дерзкая, короче. Дерзкая? Ну, а как еще это преподнести? Если делаешь, делай. Нафига все это вот снимать? Так это самое главное. Без этого, да, говорят, без этого это не важно. Главное пример показать. Пример? Да. Если я здесь сделаю, об этом никто не узнает. А я хочу повлиять на умы людей, понимаешь? Да. Я тебе сказал, тебе может быть пофиг, ей пофиг. А потом дети посмотрят в интернете, они выберут такими, как вы быть, или и такими, как я. Кто даже не может уважительно общаться. Пропаганда. Вот я всегда делаю другую пропаганду. Ты пропаганда. Да. А это плохо. Все в жизни пропаганда. Так все пропаганда. В любом ее виде. В любом ее как виде. Как это в любом виде? Если будет пропаганда, например, животным помогать, это что, видеть плохо? Видеть себя, да. Если нифига человек, себе. Это неправильно. Так ты и жертва пропаганды тоже. Ты же где-то пропаганды увидела кроссовки Nike, это была пропаганда. Ты их одела. Мне поебать, что я ношу. Ты, короче, антисистемщик чисто, мне да? Пофигу, я ношу что? Мне чисто несистемный человек. Я ношу вещь. Ну, я понял. Против всего плохого за все хорошее. Я против всего вообще. На словах мы лучшие. Элита общества. Ола. Хорошо, что у нас есть такие, как вы, а то все пропали бы уже. Реально делайте страну лучше. А вы, смотри, разбитые семьи осколки. Разбили бутылку, я просто... Да, это они, спешки. Кстати, как раз это и говорил, где она? Только что говорила, что нет, не разбиваем эти бутылки. Врали, говорили, что не, мы бутылки не разбиваем. Вот мы отошли, звук разбитой бутылки. Валяется бутылка водки, да, разбитая? Ну, короче, бросают бычки на спортивной площадке, матерятся, разбивают бутылки, распивают.
Друзья, поддержите этот выпуск лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Друзья, также внизу в первом закрепленном комментарии находится ссылка на Лев против Лайв канал, на котором мы проводим прямые эфиры, где отвечаем на ваши вопросы, общаемся в прямом эфире. Подписывайтесь по ссылке, если хотите пообщаться со мной на эфирах.